И сотрудники ГИБДД с наступлением каникул активизировали профилактическую работу со школьниками. Ими были организованы акции в городских парках. Для ребят провели викторины, соревнования по вождению велосипеда и творческий конкурс. Показали, как работает спецмашина. По завершении мероприятия участникам вручили светоотражающие элементы. В то же время госавтоинспекторы просят быть более внимательными на дорогах автомобилистов, ведь с приходом лета увеличивается риск совершения ДТП с участием несовершеннолетних. Уважаемые взрослые, в летний период необходимо уделить особое внимание обеспечению безопасности детей на дорогах. При перевозке маленьких пассажиров используйте детское удерживающее устройство. И не забывайте им напоминать о правилах дорожного движения и подавать положительный пример.